Доброго дня, мы из Украины, рад вас приветствовать на нашем канале про пчеловодство Пашка-1. Меня зовут Пашка, и сегодняшняя тема видео будет ответ на вопрос, что делать с сильными пчелиными семьями, когда заканчивается медосбор. Смотрите, так или иначе, у пчеловодов есть определенные периоды, когда есть взяток, это принос нектара с разных культур, и когда нету взятка. Это когда ничего не цветет и ничего не носит. По факту, если разобраться, у множества пчеловодов есть весенний взяток, это сады, есть чуть акации. После акации заканчивается взяток, идет аж до липы, потом зацветает липа, и где-то в то же время зацветает подсолнух, и все заканчивается. Но промежуток между садами, акацией и липой, вот сады и акация, можно сказать, это одно, и акация и липа — это такие длительные периоды. И получается, что в то время пчелы начинают роиться. Несмотря на то, что пчелиные семьи даже хорошо развились и принесли меда, есть определенная проблема. Что делать с сильными пчелиными семьями? На сегодняшний день у меня на точке уже по факту не осталось сильных пчелиных семей. Все поделено, отбраны матки, сделаны противороевые отводки. Осталась одна пчелиная семья. Ну, как бы мы их называем типа тестовыми, мы их оставляем очень часто на своих точках, и мы наблюдаем за развитием той или иной пчелы. Ну, например, здесь находится матка карники. В основном здесь размещается уже сейчас бакваст, там карника бакваст, и получается, что тоже любопытно за этим наблюдать по развитию, по роению и тому подобное. Но суть видео не в том. Задается вопрос, что делать с пчелиной семьей, которая по окончанию промежуточных вот этих взятков занимает 24 рамки. Есть молодая пчела, есть 6-7 рамок расплода, а взятка в ближайшее время не будет. Сразу хочу сказать многим молодым пчеловодам, что это, ребята, 100% рой. И без разницы, какая у вас порода пчел. Даю 100%, потому что они не будут сидеть на голых рамках, они будут пытаться роиться. Причин есть много. Смотрите, пчела летная почти уже не вылетает. Ну, она вылетает, но все-таки она находится больше в улье. Выходит расплод, и появляется много молодой пчелы, которые мы будем сейчас осматривать нижний корпус. Они будут сидеть снизу на рамках, сбоку на рамках. Они будут такое создавать столпотворение, да, можно сказать. И таким образом получается, что нужно что-то с этой пчелиной семьей делать. Один из вариантов, если пчелиная семья не зашла в роевое состояние, мы делаем противороевой отводок на плодную матку. Я сейчас покажу, как в пределах он делается. Давайте посмотрим количество меда, которое принесла эта пчелиная семья. После, ну это по сути, это уже у нас должна быть вторая откачка этой пчелиной семьи. Верхний корпус у нас полупустой. Почему полупустой, ребята? Все очень просто. Верхний корпус всегда нужно поднимать расплод. Если не будем поднимать расплод, то меда здесь мы не ждите. Вот такие рамки, они идут уже на откачку, но они не полные. Видите? Ну, такое что-то, пустое такое что-то, полупустое, полу такое. Мед здесь высушенный, хороший, зрелый, но его здесь мало. Вот. Это я не преувеличиваю, не хочу сказать. Здесь может быть килограмма 5 будет на все эти рамки. Да? Вот такие рамочки. Ну, 10 килограмм, я сомневаюсь, что можно будет откачать с 7 вот этих рамок. Идем дальше. По весу тоже чувствуется, что он по сути не тяжелый. Нас интересует этот корпус. Он более таки тяжелый. Здесь меда на порядок больше. И по факту у нас получается такая ситуация, что здесь корпус залитый медом, по сути, второй, да? Вот если взять второй, третий корпус они не освоили, они забрали второй корпус. Видите, да? Все здесь медовое, тяжелое, хорошее. Ну, здесь, я думаю, что можно будет качнуть немного меда. Более-менее адекватно. Ну, здесь такое что-то, рапс, акация. Вижу какой-то расплод. И смотрите, очень важно, сейчас уже сверху есть расплодные рамки отсеяны. Здесь сразу же искать матку. Потому что в двух корпусах нужно найти матку.
Оно вроде залито медом, вроде тяжелое, но все-таки получается, что где-то и матка сверху выбегала, села. Здесь хорошая рамка, тяжелая. Ну, сразу хочу сказать, что это не чистая акация. Это еще акация может быть чуть с рапсом. Но рапс мы пытались откачать. Я откачивал, я уже показывал, рассказывал, что отсюда вроде забирали 6 рамок. Ну, пчелы хорошо работают. Откачивался рапс. Плюс-минус, когда должна была зацветать акация. Рапс такой мед портит. Он сразу, правда, не садится, но садится со временем. Так, смотрим, да? Тоже прекрасная, хорошая рамка на откачку. Все как должно быть. Сразу хочу сказать, ребята, что, конечно же, содержание более сильных пчелиных семей, как мы сейчас показываем, является в приоритете на определенные медосборы. Потому что они все-таки приносят больше меда, чем какой-то отводок. Но, опять же, дать рой этой пчелиной семье, чтобы она отроилась, недопустимо для пчеловода, который не может так или иначе находиться постоянно у себя, ну, дома. Потому что, понимаете, да, что рой выходит в любом случае, нравится тебе или не нравится, пчелиная семья заходит в роевое состояние и возникает риск выхода роя. Поэтому, если пчелиная семья, она не зашла в роевое состояние, мы должны найти матку. И сделать отводок. Сейчас мы найдем в двух корпусах, или тут, или там где-то маточку, и сделаем себе спокойно отводочек. Этот корпус мы откачаем, конечно, меда. Не пропадать же добру. Сбоку какая-то рамка стоит. А ну-ка посмотрим. Где-то, наверное, нет, тоже подлито. Все залито. И начинает печататься так. И некоторые участки есть, что с расплодом. Так, занимаем, забираем корпус, спускаемся в нижний корпус. Здесь пчелы тоже много. Что мне нравится, обратите внимание, что вощины доставлено было в свое время достаточно. Нету никаких переходов. И таких, как видите, вот только где есть в определенных местах переходы. В основном переходов нету. Как вот бывает, показывают, что вынимают рамку, а там, блин, все застроено. Это неправильно. Это пчеловод теряет воск. Мы пытаемся воск накапливать. Так, пошли. На сегодняшний день, так как оборвался взяток, пчелы начинают уже выедать, где есть возможности, мед. И матка уже будет отсевать туда. Могут мед переносить в верхний корпус. Тоже такое у них возможно. Ну, они заняты своими, как-то говорится, пчелиными работами. Так, вот эту рамочку мы поставим на сторону. И ищем матку. Расплод на выходе. Расплод на выходе. Самая проблема, ну вроде и пчелы немного. Самая большая проблема сейчас найти здесь матку. Не вижу я здесь пока матки, но пробежимся. В зависимости от погоды и условий, пчелиная семья в определенное время добивается пика. Сейчас пик у нас, да, можно назвать этой пчелиной семьи, это уже, ну, не скажем, что 100% пик, но она бы еще могла бы выдать больше. Ну, так как по факту получается безятковый период скоро будет, и мы можем отпустить хороший рой, мы так или иначе должны найти матку. Блин, ну матку сейчас найти здесь, это еще туда головняк. 16 рамок. Она может быть и в верхнем, и в нижнем корпусе.
помните, что я рассказывал про пчелу, которая начинает висеть вот снизу? Они уже начинают здесь собираться. Ладно, сейчас мы это все ищем. Ну, мы должны найти матку. Она должна быть хорошая, большая. Уже начинают строить мисочки, что самое интересное. Раньше мисочек не было. Ну, уже имеется в виду, уже и пошла подготовка. Уже пошла подготовка, и в определенное время они хопа и могут пульнуть. Здесь есть яйцо, значит матка может быть и на этой рамке. Самое обидное будет, если мы матки не найдем. Она, получается, отсевает, где только есть возможная, ну, возможность сеять. Яйцо лежит чуть вниз. Это что означает? Это означает, что оно может быть и вчерашнее. Вот это самая глобальная проблема — поиск матки. И пофигу она, меченая, не меченая. Здесь она черная. Черная большая должна быть. По памяти помню. Хорошо искать бакфаст в карнике, когда только подсадили. Он рыжий, а пчела серая. Хопа, и сразу видно. Но если не найдем матки, то получается наша задача. Сейчас я вам расскажу, что мы сделаем. Смотрите, ребят. Находим матку. Отбираем от этого что-то. Вот, например, я отбираю 2 или 3 рамки расплода и забираю его в отдельный улей. Беру также одну медово-перговую рамку, и это все мы забираем и увозим. Если мы не увозим, а, например, делаем этот отводок сбоку, то мы берем еще, стряхиваем несколько рамок пчелы. Это делается для того, чтобы когда будет облет, чтобы все летные пчелы, которые вернутся назад, чтобы часть нелетных пчел осталась в вашем новом улье. Таким образом получается, что мы по факту убираем роение. Ну, мы его предупреждаем, потому что пчелы не зашли еще в роевое состояние, но отводок мы уже сделали на матку. Они должны тянуть свищевые маточники, и через определенное время они выводят себе новую матку. Или, например, мы им дадим через дней 5-6 маточник для того, чтобы они себе обновили матку. Все очень просто, все очень элементарно. Да? Ничего сложного в этом по факту нет. Все, ребята, будем на этом прощаться. Всем всего наилучшего, всем пока.